Красная повязка на рукаве – как отличительная метка для тех, кто патрулирует улицы города. Сегодня четверг, и на охрану общественного порядка в этом микрорайоне выходит два патруля. Начальник смены дежурной части МВД Бийска, как и положено, на разводе. Маршрут номер один в рамках Коммунарский, Синая, Мокровский, Мухачева. Неукоснительное правило – напомнить дружинникам о их правах и обязанностях, доложить оперативную обстановку. Во главе наряда старший сержант Евгений Шаровьев, кинолог Евгений Пищальников, дружинники Алексей Кипарисов и Владислав Стасюк. Четвероногий полицейский пес Рей тоже в дозоре. Прошло несколько минут, и первый сигнал по рации. 35 лет спортивного телосложения. Угон с города Кемерово, Влада Приора. Введен план перехват по данной ориентировке. Благодаря народным дружинникам удалось усилить полицейские наряды. К тому же общественники выручают сотрудников патрульно-постовой службы во время задержания нарушителей. Дружинникам отводится роль понятых. Владислав Стасюк работает в НПЦ «Алтай». Стал дружинником, чтобы поближе познакомиться с работой полицейских. Это его 15-й выход на дежурство. Было интересно посмотреть изнутри, как происходит, собственно, весь процесс. В народной дружине Бийска люди разных профессий и возраста. Не просто милиция одна добивается какого-то правопорядка, а жители города тоже высказывают свою гражданскую позицию. Дежурство народных дружинников 3 часа с 6 до 9 вечера. Группой старшего сержанта Шаровьева правонарушений не выявлено. На их маршруте было спокойно. Наталья Кондакова, Иван Зяблицкий, «Будни».